и вырезали мне катализатор. И вместо катализатора поставили пламя-гаситель. Смотрите, какой у меня искрогаситель. Будет стоять вот такая штуковина, фирма СБД. Все обратно это заварили, и сейчас еду менять программное обеспечение на электронном блоке управления. Будет программное обеспечение, называется Paulus. Ну вот я еду от СТО, где мне вырезали катализатор, и на СТО, где будут программное обеспечение менять. Ну машина прям без катализатора, ну чувствую чуть-чуть этот, задышал. Немножко резонирующий звук двигателя появился. А так двигатель, кажется, чуть стал пободрее. Но я сейчас тороплюсь, побыстрее мне надо доехать, чтобы мне сегодня успели программное обеспечение поменять. Так, ребята, пропустите меня. Я тороплюсь. Ну, я думаю, завтра я сделаю более большое видео. Ну, продолжение будет этого видео уже завтра. Ну, и попрошу одного товарища, возьму этот прибор, чтобы замерить скорость от 0 до 100. И сравним с показателями, которые были до всех этих доработок. Ну, успел я сегодня сделать замену программного обеспечения двигателя. Ну вот я сейчас сделал программное обеспечение, покатался. Первое впечатление было, что так не очень, не сильно прибавил. Но чуть покатавшись, все-таки есть разница, и разница ощутимая. Ну, завтра хочу взять прибор, сделать замер 0-100. У меня были замеры 0-100 прибором еще весной, когда автомобиль был стоковый. А сейчас посмотрим, насколько мои изменения, которые мне обошлись 7300 рублей, какой прирост мощности они дали. Ну и динамику, соответственно. Ну, самое большее, что мне во всем этом сейчас понравилось, так это сейчас как откликается педаль газа на нажатие. Малейшее нажатие, он тут же реагирует. Раньше он как-то туповато отвечал на нажатие. А сейчас прям хорошо, мне нравится. Завтра сделаю замер, и будет видна разница. По звуку скажу, что в салоне, вот не знаю, как на улице, в салоне звук чуть прибавился, резонирующий такой звук, но не сильно. Как бы для дальней езды вполне допустимо.